Ну что, друзья, всем привет. Утро воскресенье, и мы с друзьями решили съездить на рыбалочку. Давай, Константин, удиви нас. О, карасишка. Пойдет. Неплохой. Чуть больше ладошки. Аж 6 хрустит. Один. Карасишка. О, смотри, это уже покрупнее и покруглее, чем предыдущий. Поинтереснее карасик. Давай, Егор. Сегодня у нас на улице 3-4 градуса, прохладненько. Да ветер сильный. И еще и ветер сильный, рыба должна быть. Вон, карасик. Ладошечный. Ну, спиток сегодня возьмем небольших карасиков. А остальных уже будем отпускать, если попадутся. Давай, Егор. Хороший запрос. Хороший. Рыбный. Что-то есть. Карась? Хороший, кстати. Фу, карасишка. Ну это же реально зачетный. К примеру, вот ладошечный, а вот этот уже все равно побольше будет. Поинтереснее. По сравнению даже с рукой. Зачетный. Ну, Леха, давай. Сразу на два Константин решил порыбачить. Испытать удачу. Ох, что-то хорошее. Смотри, еще больше. Это уже на грамм так. Под 800, наверное. 600, 700. Ну, возможно, даже 800. Ты видал, какой пузан? Ё-моё. Еще лучше. Это, наверное, рекордный за сегодня. Ну, Константин, у тебя одного дела лучше пошло, чем у нас двоих. Так, тут еще сейчас. Ну давай. Так, по очереди, да? Да. Чередовать будешь. Ой, все, понимаю. Тут уже мимо. Таскать, конечно, тяжеловато с берега. Поэтому сейчас будем делать по 2-3 подъема и периодически меняться. Нас народу сегодня много. Думаю, все по чуть-чуть порыбачат и особо даже не устанем. Ого. Тоже неплохой, с полторы ладошки. Смотри, золотистый. Ты уже неплохой. Реально зачетный. Тоже грамм 600-700. Думаю, будет в нем. Еще и круглый. Прям как надо. На пол сковородки. Ветерок раздулся, довольно-таки сильное течение поднялось. Ух ты, ё-моё, нифига как Диман ногу поставил и как рычаг сработал. Все равно карась тоже неплохой. Константин повторяет.
Смотри, а методика-то работает. Это сильно классно. Только этот поменьше в разы. Да конечно, он даже меньше ладошки. Такие караси нам не интересны. Но все равно больших, я думаю, сегодня выберем. Нам их будет более чем достаточно. Решили, наверное, собираться. Сейчас дернем два паучка, соберем их и будем выдвигаться в сторону дома. Периодами дует сегодня довольно-таки сильный ветер. Давай вот еще один. Порывами то есть, то нету. Поэтому оставаться здесь просто нету смысла. Пойдет. И так неплохо. Жадничать сегодня не будем. Всех карасиков отпустим. Здесь их, наверное, даже десяток не будет карасей. Поэтому пускай плывут, подрастают до более крупных размеров. Вот когда будут килограмма 2-3, тогда мы их и поймаем. Так, не в ту сторону. Все, уплыл. Аж свечку встают. Один только в кустах застрял. Все, убежали. В общем, вот такая сегодня получилась рыбалочка. Один подъемничек уже собрали. Сейчас будем приступать ко второму. Возьмем сегодня 10 чебачков для кошки. На вечерок ей перекусить. Вот такой получился видеоролик. Кому он понравился, не забываем. Ставим пальцы вверх. Подписываемся на канал. Дальше только интереснее. Пока-пока. Всем пока.